снова здрасте. Бегу на работу. А, что-то я как-то засиделся. Вчера купил кофе. Попробовать 10 капсул здесь. У нас на работе как бы для сотрудников не рекомендуется пить кофе. Чтобы, ну, я пью, честно, я пью, мне разрешают. Но чтобы не напрягать коллег, потому что одним можно, другим нельзя, я решил купить кофе. Попробовать. У нас две машинки разных. Я не знаю, к какой машинке подойдет. Подойдет, вообще не подойдет. И это... Попробую. Если подойдет, буду угощать девчонок. Потом куплю побольше. Сегодня у меня придет вечером Настя. Может быть, кто-то помнит ее по песне. «Мне надоело так жить, говорили друзья. Я что-то я не могу тебя забыть. Ты знаешь сам». Ну, что-то такая песня, короче. Магистраль называется, Стася. Пандора и Стася, магистраль. Вот, Настя придет сегодня ко мне краситься, потому что она будет выступать 3-го, по-моему, ноября на этом фестивале. Мало того, что она будет выступать, она еще и организатор этого проекта. Вот, поэтому она меня пригласила, и наш салон пригласила сотрудничать с артистами. В общем... Я просто пытаюсь перейти дорогу. Мне хочется это сделать, потому что на самом деле сейчас время 9:35. В это время я всегда уже на работе. В 35 минут. А я вышел, блядь, только в 35 минут сегодня. Ну что? Сегодня я в черном. Люди в черном. Так, я помыл волосы, короче, голову. У меня слетел цвет процентов, наверное, на 20-30. Потому что волос пустой на кончиках. Не держится пигмент. Сегодня еще раз протонирую, если будет время. У меня сейчас очень большая работа. У меня сегодня 3 клиента. Настя последняя будет. Ой, и это... Если вот сейчас я вот с этой клиенткой успею побыстрее, отведено время много на нее, там сложное окрашивание. Если успею побыстрее, то себя протонирую. Если нет, то, видите, в тепло ушел, то в конце что-то светится. Хочу плотный цвет. Не хочу никаких прядей, бликов. Потом... Кстати, как вам? В Инстаграме всем понравилось. И только, наверное, процентов 3, наверное, сказали, что с блондом мне было лучше. Но мне хорошо и так, я знаю, что я красивый, потому что я лучший на планете, вот. Но я хочу сегодня, вот такое у меня настроение, хочу с темненьким походить цветом. Особенно прикольно с загаром, когда темный цвет волос, загар прикольно. Когда блонд тоже прикольно, когда чистый блонд, тоже прикольно смотрится. Так, мой хороший, переверну камеру, покажу вам утро в Дубае. И на меня, блядь, все смотрят, как на дурака. Я иду вам показываю, ой, иду с вами разговариваю. Люди смотрят, думают, что происходит с ним. Почему он разговаривает с телефоном? Все, переворачиваю камеру, показываю. Наслаждайтесь, я работать. Подождите. Сейчас все увидите. Сейчас увидите ту красоту, которую я наблюдаю каждый божий день. Уже больше года. Вот она. Вот она, это пристань. Вот они, эти яхты, вот они, эти пальмы. Сейчас погода просто песня, просто. Погода идеальнейшая. Просто волшебная погода. В это время, летом, я шел на работу, и с меня просто уже текло 389 раз. Сходил пот. Сейчас просто, посмотрите, я даже не блещу. Потому что погода прям вот супер. А в Красноярске сегодня выпал первый снег. Мне Артем сегодня прислал фото. Поэтому Сибирь, держитесь. Он говорит, очень похолодало. Видите, летом не было людей в этих кафешках. Сейчас люди уже на улице завтракают. До встречи.
Так, ну что, всем привет. Привет, девчонки, привет, мальчишки, а также их родители. Прибежал домой с работы, поел, переоделся, и мы выезжаем с вами на концерт. Сегодня первый день барабанная дробь. Ну что, всем привет, привет, девчонки, привет, мальчишки. Я думаю, что вы по мне соскучились. Я тоже, потому что я не был с вами, наверное, неделю, да? Может быть, и больше. Знаете, как Игорь улетел? Я так расслабился, так кайфанул. Это так прекрасно. В общем, короче, не то чтобы меня Игорь напрягает, но знаете, как хорошо бывает побыть просто одному. Вот, поэтому я наслаждался, я ел мармеладки. Я наслаждался сам собой, работал. В общем, а сегодня я решил снова вернуться к вам, потому что сегодня 1 ноября, с чем я вас поздравляю. И барабанная дробь сегодня у нас первый... Ой, мармеладка. Ну, что-то мягкое. Это мармеладка еще. И сегодня у нас первый рабочий день на концерте, который называется... Я не помню как, но я вам все покажу, расскажу. Вот, и сегодня у нас выступает... покажу, какие артисты выступают. В общем, погнали. Погнали, сегодня первый день. Сегодня я бегу в салон. Уже работал в салоне. Вернулся домой, поел, переоделся и бегу в салон, потому что поедем вместе с директором и со всеми остальными девчонками на мероприятие. Коллеги собираются. Коллективчик. О, Сашка. Три чемодана инструментов, лаков. Кого? Главное, этот же взяли, да? Паровой. Все, мне больше ничего не надо в этой жизни. Женя, тебе чемодан нужен. Женя ставил свои любимые. Все, взял. Давай, могу. Нет, вот это не все. И вот этот большой, а маленький. Вот этот пустой, это не наш. Что ты придумываешь-то? Вот один можно, Юля. Я вот это взяла. Так, мы на месте. Да. Да. Царица. Звезды. Ну, ее-то вы знаете. Под арсистейс. На 300... Давайте покажу вам отельчик. Ну что, девочки, готовы украшать этот мир? Мальчик готов? Of course! Всегда готов. Красотки. Такой отельчик. Так, ну что, мы за кулисами, наша команда, наш любимый директор, там красная дорожка ковровая. Ой. Ну, короче, как-то так. Так, ну что, мы ждем Наталью Подольскую, Дмитрий Маликов, я с ребятами разговариваю. А там песни поют и красиво. Скоро начало. Скоро. Понятно, что скоро начинается, точнее уже начался концерт. Первый артист Ханна, я так понимаю, вот. Начнем. Красотка. Настя Ивка в белом платье. Это группа компаний, куда входит музыкальный лейбл. И
медиа-агентство BIM Media и конкретно BIM Group, которая является принимающей страной на территории Объединенных Арабских Эмиратов под ваши аплодисменты, фантастическая Анастасия Ивка! Дамы и господа, внимание! Можно громче, громче, громче. Пусть микрофон был долгий, поэтому поддержите, пожалуйста. Анастасия, спасибо огромное за фантастическое событие. Замечательными артистами, которым мы тоже очень благодарны за поддержку. Спасибо вам огромное. Дамы и господа, Анастасия Ивка, аплодисменты. Спасибо за прием, спасибо за чудесную организацию. Перед тем, как я представлю на этой сцене первых артистов, а первыми действительно появятся артисты, это будет дуэт, у меня важные и нужные слова, которые, я уверен, найдут поддержку и отклик в ваших сердцах, потому что сейчас я буду благодарить партнеров. А куда без этого? Мы люди очень благодарны, поэтому с нескрываемым восторгом благодарим. Кроме этого, дуэт, который уже, я думаю, вы слышали, раз, два, три, кто-то не говорит о нем, уже будет отцелен. Представляете, я только сейчас увидел, как выглядят эти ребята, которые поют песню. Твоя малышка больше не позвонит и что-то не расскажет. Твоя малышка больше не позвонит и не расскажет. Это они поют, эти ребятки. На сцене Best Music Fest. Фантастический дуэт. Бахти и друзья, встречайте! Бахти и друзья, мы поехали! Добрый вечер. Иди протирай Максима. Максима протирай. Слушайте, очень крутые ребята, вообще. Четыре песни спели, просто пушечные песни. Мне так они понравились. А сейчас будет выступать Ханна. Дамы и господа, вам с ним в руке, пожалуйста, первыми цитами просто очень почетный адрес, справились, спасибо огромное за встречу и за поддержку. Следующая артистка уже готова появиться на этой сцене, дорогие друзья. Боже, я нашел лучшее место. Я не сойду с него наша. Здесь все, друзья. Буду вести концерт отсюда. Но я должен вступить это место ей. Горячее, как Дубайское море. И даже жарче. Под ваши аплодисменты. Фантастическая, феерическая певица Ханна для вас на Best Music Fest. Встречайте! Добрый вечер, друзья. Дорогие друзья, безумно рада видеть вас.
болит от слез голова, что это было вчера, очередная война. У нас четвертые артисты. Пресняков, на Подольское должны нести, ну, Дима Липов.